Латиноамериканские мотивы и сусветная классика. В Могилеве прошел концерт с нагоды 206-й годовины незалежности Боливарианской республики Венесуэла. Разом с Могилевской городской капеллой выступили гости из Венесуэлы. Латиноамериканский темперамент передает народная музыка. Венесуэльский музычный инструмент кватро, подобный на маленькую гитару, 4 струны, как показать усе переливы души. На контрасте с латиноамериканской народной музыкой гучит европейская классика Россини, Гайден, Брамс. Первый секретарь посольства Боливарианской республики Венесуэла у Республики Беларусь Херардо Эстрада Мартинес працуя с Могилевской капеллой не первый год. Белорусские музыки тонко разумеют и передают венесуэльскую музыку, говорит дирижер. Они реально хорошие музыканты и тоже очень хорошие люди. Поэтому мне нравится не только как творческий коллектив, а тоже по-человечески общаются и с руководителями, и с музыкантами. Очень приятно сыграть. Дарэчы, за гэтые дни музыки поспели познакомиться с Могилевым и нават вызначить характер города. Я буду начинать с города Могилев. Город Могилев – это очень красиво, очень уютно и, можно скажем, как город любовь. Еще одно музычное свято Могилевская капелла ладить на наступном тыдні. 8 червня у городском центре культуры прогучить музыка по бессмертных текстах Уильяма Шекспира. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новини регіон.